Здравствуйте и добро пожаловать обратно на канале Last War Беларусь. Мы будем играть теперь в Heroes of the Storm, в отличие от прошлого видео, которое было просто про открывание сундуков. Сейчас мы будем играть непосредственно в текущие режимы. И для начала давайте развлечемся в более таком мягком против искусственного интеллекта на средней сложности. Посмотрим в коопе с другими не ботами, а очень даже реальными игроками, чего мы добьемся в итоге. Ну что ж, интересно, карта называется Ханамура. Она, конечно же, вдохновлена аналогичной картой из игры Overwatch. Здесь мы тоже тягаем эти самые payload, то есть цели, которые нужны, ну, не для взрыва чего-либо на этот раз, а для сражение в процессе, поскольку оно подъезжает к финальной точке, и после этого можно выстрелить один раз в автоматическом режиме. У нас есть одна такая штучка, которая респавнится периодически, и у врага тоже, так что нужно не только разрушать эти башни по возможности. Разрушенные башни врага, они увеличивают силу нашего нагрузки, нашей цели. Соответственно, нужно попытаться не дать и наши башни тоже уничтожить, поскольку это далеко не замечательно. Здесь давайте Life Leech, чтобы был реген от атак. И посмотрим, куда тут можно направиться. Хотелось бы, конечно, более-менее равномерно распределяться. Посмотрим, что из этого выйдет. 3-2. Это довольно неплохо. Здесь у нас только две основных тропинки, так что мы подождем где-то здесь наши такие вспомогательные силы, которые оттянут на себя часть... О, кто-то уже развлекается. Вон там, наверное. Как бы это мне выцепить? Вот таким образом можно нанести некоторое количество урона. И если поддержат наши друзья, даже кого-то прибить. Спасибо, Стефано. Привет. Привет. И мне, к сожалению, пока под башню я не хочу идти, поскольку это тупое расходование здоровья, которое у меня пока что не особо восполняется. Могу ли я... О, да, отодвинуть засранца. Великолепно, и пока что мы будем аккуратно отстреливать этих товарищей. Может быть, имело бы смысл взять этот лагерь, да, для того, чтобы заработать эти драконьи духи. Уж не знаю, для чего нужны эти монетки, но тем не менее, по ходу дела, я думаю, разберемся. Если у кого есть ответ, то всегда хорошо его иметь в комментариях. Смогу ли я этого засранца? Нет, я ему вряд ли смогу противостоять в игре в догонялке. Здесь как раз у нас есть новый талант. И что у нас тут такое? Ага. Чтобы overpower, вот этот вот бросок через башку, также замедлил героя, чтобы он не мог так уж быстро ретироваться. Нет, давай. И быстренько валим отсюда. Пока еще есть такая возможность, поскольку, конечно, у меня не максимальный уровень, но даже на нем возрождение занимает какое-то количество драгоценных секунд. Мы не против реальных игроков играем, так что это менее важно, но все-таки важно. Через чур расслабляться тоже не стоит. Так, давайте-ка замедлим этих товарищей, если у меня будет возможность. Конечно, если они там все собрались, два, значит, все-таки не все. Может быть, у меня еще есть. До свидания. Можно ли их задержать? Нет, вряд ли. Здрасте, ребята. Так. Так, мне пора валить отсюда. Может быть, мы чуть-чуть продвинемся. Нет, это дело слишком небезопасное.
Посмотрим. За счет своего регена от базовых атак я, возможно, что-то частично наберу. Сейчас у меня уже ситуация менее критичная, но все-таки недостаточно хорошая, чтобы лезть на передние линии. Так что вместо того, чтобы дергаться вокруг, я посопровождаю вражеский транспорт, чтобы откатить его чуть подальше назад. О, и как раз есть свободная секундочка. Да, кто там сказал насчет свободной секундочки? Назад, нафиг отсюда. Походу мне конец. Как вы считаете? Ага, только вот не в этот раз. Мне надо срочно-срочно заботиться о моем здоровье. Вот хотя бы примерно так. И что у нас здесь? Здесь уже мало что мы можем сделать. Так. Ну давайте, пойдем сюда, раз нас зовут. По карте Armor или Regen. Давайте вот это. Броня мне, я думаю, понадобится достаточно сильно. И мы отзываемся на зов. По пути попробуем завалить этого засранца. Ага, у нас тут уже двое. Какая великолепная компания. Немножко его затянуть. И через себя, и еще раз. Может быть, сможет мой такой союзник тоже его долбануть, и вместе мы как-нибудь осилим ситуацию, чтобы взять под контроль этот пейлоуд и чуть-чуть его задвинуть обратно. Не то чтобы он далеко вылез, но все-таки у нас там ситуация с нашей нагрузкой хорошо происходит, или загрузкой. Ух. Так. По-моему, мне надо валить отсюда. Один против двух героев, я проживу, может быть, несколько секунд. А против трех я вообще не проживу. К счастью, возрождение на этот раз не заняло так уж много времени, а народ начинает собираться, что не может не радовать. Стан — это хорошее дело, если у нас есть координация достаточная с нашими друзьями. А так, огонь более универсален. Но не в критической ситуации, поскольку стоишь на одном месте. Двигаться во время этого нельзя. Так, и назад, и еще раз, и добейте кто-нибудь засранца, пожалуйста. Проклятие. Нет. Хрен достанешь. Окей, давайте мы доберемся до нашей нагрузки. Пока что счет неплохой, 4-6. По поводу здоровья нашей основы или ядра. Проклятие. Так. Очень удачно. В последний момент мы все-таки предотвратили эту трагедию. Правда, не так, что надолго. Давайте попробуем мощь нашего адского пламени на этой коллекции засранцев. Так. Замечательно. Далеко не отходить, поскольку нагрузка важнее, чем убийство героев. Было клево этого товарища на свою сторону привлечь бы. Но один я этого не сделаю, а пойдет ли мне кто-нибудь навстречу, это хороший вопрос. Ну как, двигается оно обратно? Двигается. Этому мы тоже медленно ползем на место. А, привет. А то мне тут уже правда скучно стало. Давайте мы его как-нибудь добьем. Просто замечательно. Конечно, эти альтимейты, или максимальные такие крутые способности, они медленно перезаряжаются, но
У нас ситуация позволяет, я думаю. Так, так, так. Очень даже хорошая комбо. После чего мы, может быть, сможем выбрать что-нибудь здесь. Firestomp. Это вот эта вот штучка с огнями расходящимися. Damage урон. Ауру вокруг себя. В принципе, давайте ауру. Это может помочь не только нам. И мне нужно валить отсюда. А иначе будет... будет вот это. К счастью или к сожалению. Ну, к счастью для них, к сожалению для нас. Ага, совершенно верно. Наконец-то я зареспавнился. Через эти положенные секунды можно, по идее, помочь нашим, чтобы ускорить эту нагрузку. Передвигающиеся, по-моему, максимум можно до 3 в плане бонуса. Так ли она ускоряет, это большой вопрос, но да, чего-то она определенно делает. Я думаю, ему в одиночку вполне реально справиться, так что мы не будем особо заморачиваться. Ага, вот именно так это и происходит. И кто-то у нас есть с вражеской стороны. Могу ли я... Имеет ли это смысл в плане наступления? Это хороший вопрос. Давайте мы раздолбаем вот это. Фонтанчик этот целительный. Что может спасти одного или двух героев в какой-то момент. И героев отнюдь не наших. Эти меня, ребята, не очень интересуют. А вот башенки, да. Давайте-ка мы их как-нибудь подолбаем слегка. И возьмем это счастье. И все закончено. Потому что следите за нагрузками. Это действительно ключевой элемент этой карты. Нужно не только башенки долбать, но и продвигаться дальше. Давайте законно проголосуем, и до встречи в следующий раз. Если вам понравилось видео, то всегда вы можете нажать на кнопку «Нравится», поделиться им в соцсетях, из группы ВКонтакте и все такое прочее. Если хотите видеть больше, то есть секция комментариев, и для вопросов она тоже подходит. И такие вдохновляющие надписи, да, они тоже замечательны.